Друзья, всем привет! Вы на канале Денчик ТВ, это новый выпуск. Нас уже почти 1500. Спасибо вам огромное за лайки и комментарии. Смотри этот выпуск до конца и не переключайся. Поехали! У вас 4 раунда! Отдыхать не больше минуты! Друзья, всем привет! Сегодня у меня третья тренировка. Я продолжаю заниматься и снимать специально для вас. Мне безумно интересно, будет ли какое-то изменение мышечной массы к концу этого месяца. Также вы можете следить за тренировочным процессом в моем инстаграме. Ссылочка вот тут. Переходите, подписывайтесь. Ну а сегодня у нас третья тренировка. Поехали работать! Жизнь строится фонтаном изобилия. Времени нет почувствовать все изменения. Тренировка круговая, пацаны. Круговая в чем? От вас зависит, когда у вас раунд закончится. То есть первый человек пошел на резиночке, бахнул. Потом подошел к другой резиночке. А когда он переместился с одной резиночки к другой резиночке, подключается второй тип. Так по очереди, пока первый не дойдет до конечного упражнения. У вас 4 раунда, вы сами решаете количество. И вы сами решаете, когда первый раунд закончится и сколько отдыхать. Отдыхать не больше минуты. Тянем до тех пор, пока не зайдешь. Добиваем до тех пор, пока не прожжет хорошенько. Взялись хорошо. Спину ни в коем случае вот так вот не тянем. Прощай позвонка. Поняли? Взялись, тянем. Пэм, выровняли, руки поджали, опять вниз. Берем гантели, они каждый по 15. Закинули сюда и трапецию. И погнали. До тех пор, пока не пройдет. Я максимум поднимался на четвертую ступеньку, ты пиздец.
сможешь. На руках? А спускаться легко? Спускаться вообще опасно, блядь. Головой вниз идешь, вниз. Это же рука. Кя-э-кя, 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 I am tape, shit-э-кя. Дальше, у всех во дворах есть площадки, все такое, брусы, подвики есть. Попробуйте, я подстрахую, но опасная штука. Вы поднялись сюда. Опускаетесь вниз максимально. Ноги вперед. Ёп. Обратно. И вверх. Капец. Я буду поддерживать. Вниз, сюда, обратно и сюда. А в чем смысл? Смысл прорабатывается плечи, и ты уверенно себя чувствуешь на акробатических элементах, то есть ты дальше можешь. Сюда, сюда. Ну, куда хочешь, короче, ты просто стену взял. Смотрите, он сделал плечи, то есть широчайшие, слабые. Для этого закачиваемся вот так. Это вообще не трудно, с первого взгляда. Как называется? Стероиды, да что? Я понимаю, что это мышцы там росли, как это называется? Ой, их до хера. Ой, блин. Это больше распространено у бодибилдеров, понял? Ну, то есть, есть у них межсезонье, понял, сезон, вот это все. И это связано с тем, что, типа, есть определенные критерии в бодибилдинге, которые они должны достичь. Но любого бодибилдера, который ты видишь там при росте меня, но больше 100 килограмм, считай, что если он выступающий еще, считай, что он на фарме. Фармакология, понял? Uh-huh. Это все запрещено. Есть много информации в интернете, прочитаешь. Uh-huh. Я просто этим не занимался, и нафиг оно мне надо. Нет смысла, нет смысла, потому что я больше, понял, иду к силе, чем к красоте. Мне пофиг на пресс. То есть, да, он у меня есть, но, типа... Если бы его не было, был бы жирок, то мне насрать. Но главное, что я поднимаю веса для своего телосложения, большие веса поднимаю, понимаешь? Mm-hmm. Поэтому как-то так, а вам нафиг не надо. Спасибо. Удачи. Капец, погода сегодня ужас. Друзья, всем привет! Это Ксюша, знакомьтесь. Привет. Расскажи, что здесь вообще сегодня будет? Сегодня каждый год в Кентаврии, это конно-спортивный комплекс города Запорожье, проходит новогодний праздник, где будут участвовать как и новички, так и дети постарше. Будет конкурно-мощность, то есть что-то типа соревнований, но между собой. То есть не наконец. Сильно профессионально, да. Прыгать, бегать, вот так. Круто. А какие вообще дети, да, потом после детей чуть постарше и... Нет, тут возраста не зависит, зависит все от опыта и от мастерства. Pick your poison, tell me what you wanna feel. I'm destroying everything you thought was real. Сейчас седовают коней, сейчас что интересно будет, уже барьеры подготовили. Сейчас будет что-то жесткое, мне так кажется, там прыжки какие-то. Уже объявили, кто выступает первым, Ксюша выступает первой. Она вообще не хотела выступать первой, переживает очень. Сейчас уже начинается все. Давай, удачи. We'll be right back.
Друзья, таким получился этот выпуск. Огромное вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. В поиске молодость, я утопаю без формы. В поиске молодость, я утопаю.